друзья, с вами как всегда Робзи, добро пожаловать в Бравл Старс, и сегодня я бы хотел поиграть за Био в роли мега-бойца. В общем, хочу стать гигантской, огромной Био против всех бравлеров. Я не знаю, сколько мне придется потратить билетов, но надеюсь, оно того стоит, и вы, ребята, по-должному это оцените. И, кстати, мои подписчики в комментариях пишут, если прямо сейчас за 3 секунды поставить свой лайк, подписаться на канал и нажать на колокольчик, то тебе выпадет Лего. Давай проверим. Раз, два, три. Ну что ж, друзья, первая попытка, и сразу я закину 20 билетов просто на 20 тикетов и посмотрим, получится у меня стать мегабойцом или нет. Напоминаю, что я играю на 600 кубков, и выиграть здесь будет максимально сложно. И я попадаюсь, блин, против Розы. Слушайте, это довольно-таки очень стрёмный боец. Но здесь у нас, смотрите, у нас есть две Шелли. У нас есть Эмс, и у нас есть Нита, и также есть... просто мега боец под названием Био, которая сейчас будет всех замедлять, но нет. Я хотел сказать, буду замедлять Розу, но она просто нас всех вырубила. Вы это видели? Вы просто это видели? Жесть, как она нас вырубила, просто буквально за секундочку. Так, она спряталась где-то либо в правых кустах, либо где-то сверху. Давайте прострелим немножко. Так, отходим, отходим. Так, нужно, получается, будет ее замедлять. Замедляем и просто расстреливаем. Расстреливаем и стараемся снова замедлять. Максимально. Просто со снайперскими выстрелами. Просто рефигачим. Снова замедляем. Посмотрите, что я делаю с Розой. Блин, это же жесть. Я снова замедление кинул. Просто по КД. Она ничего не может сделать. Блин, я начал автоатачить, начал промазывать. Снова кидаю, снова замедляю. Снова набиваем ульт, снова замедляю. Просто по КД. Смотрите, что мы сделали с Розой. Вынесли. Снова ульт, снова замедление. Это просто какой-то трэш. Она ничего не может сделать. А, все-таки убила. За минуту мы практически вынесли Розу. Это офигенно круто, я не думал. Получается, Био работает очень жестко против мега-бойца. Если бы я немножко не затупил в начале, мы бы уже вынесли. Минута 20, и мы выносим Розу. Я не думал, что такое вообще возможно. 10-й силы Розы с пассивочкой. Просто наказали. Просто разнесли в хлам. Это реально достойно лайка. Вы видели? Вот так нужно сражаться. Теперь закиду 10 тикетов и погнали. Не знаю, сколько попыток придется потратить, но я постараюсь именно за мега-бойца. Итак, и я мега-боец, серьезно? Блин, как я и просил. Это офигенно. А вот в роли мега-бойца, мне кажется, Био будет максимально слабой, потому что... ну, пробивать игроков, это вам непростое дело. Тем более, против меня играет две Шелли. Две Шелли. Так, смотрите, мы, получается, раз промазали. Нужно попадать постоянно. Ой, 4000 урона. Ой, 4000 урона. Так, нужно, короче, прицеливаться. Убиваем, убиваем. Пытаемся набить, набиваем. Стой, 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 замедляем пацанов. Замедляем пацанов, выносим. Я ухожу, убиваем. Так, пробили Шелли, убиваем. Убиваем пацанов. Так, давайте. Бум, ой, убил. Так, давайте, нужно как-то попасть, набивать ульт. И, ой, убил. Как это прикольно, слушай. Просто с одной тычки пробивать. Просто с одной тычки пробивать, это реально весело. Так, она мне развела на удар. Развела на удар, серьезно? Окей. Окей, замедлил Шелли. Убиваем Ниту, убиваем Шелли. Так, ой, промазал. Они меня зажимают, ребята, зажимают. Это плохо. Так, они зажали. Зажат, но не стеснен, понимаете? Так, тихо, тихо. Кидаем замедло. Так, привет, Эмс. Минус Эмс, пока. Пока, Эмс. Это жестко. Ладно, давайте. Давайте, Джесси. Минус Шелли. Джесси, конечно, немножко кумарит. Так. Нужно, кстати, вышку эту вынести. Так, здесь у нас пришла Шелли. Сюда Шелли пытается мне нафигачить. Так, выносим Джесси. Попадение не попал. Так, убивай. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, и еще. Я просто автоатачи, серьезно. Я просто не успеваю следить, что происходит. Так, замедлили Шелли, убили Шелли. Все, минута 33 секунды, блин. А за нее реально сложновато играть, слушайте. Вот так вот убиваем, убиваем ее. Так, убиваем Ниту, убиваем Медведя. Кидаем замедление на Джесси, выносим Джесси. Вот так, все, минута 45. 2 минуты 8 секунд, главная моя задача, 2 минуты 8 секунд. Так, убиваем Шелли, говорю. Так, пацаны, отходите, отходите. Так. Круто. Слушайте, мне нравится, как она бьет с одного удара. О, блин, у меня 13 тысяч кп. Чё я фанюсь? Подожди. Все, 2 минуты 6 секунд. В принципе, я победил. Нормально. Все, вышку мы вынесли. Фигачим, ребят. Шелли пыталась меня пробить. Да, все. 2 минуты 14 секунд. Это значит, что я все-таки победил.
Фух, но скажу так, что на Макс было играть намного проще. В роли мегабойца, а вот против мегабойца на Био это одно удовольствие. Но в итоге я победил, ребята, у меня еще есть 20 билетов, поэтому я закидываю на десяточку. Может быть, смогу попасться второй раз подряд, но это не факт. Попытка не пытка. Итак, 6 бойцов есть, и кто мегабоец? Я второй раз подряд мегабоец, против меня играет 2 ниты, 1 Био, если не ошибаюсь, и 2 Шелли. Пипец, Шелли, это просто попа-боль. Это просто такая попа-боль. Но я справлюсь. Так, против меня играет 2 ниты. Нет, Джесси еще. Так, не попал. Попал. Так, что делаем? Так, Нита, привет. Ниту убиваем. Так, что делаем? Джесси выходит. Джесси убиваем. Ниту пробиваем. Ниту убиваем. Так, Шелли, привет. И Шелли убиваем. Все, со всеми разобрался. Да, получается, Макс бегает. А Био просто стоит и всех наказывает. Просто наказывает всех вот такими вот тычками. Просто нереальными огромными уронами. Просто посмотри, что делает. Просто Джесси приходит и Джесси уходит. Так, пришла Нита, Нита ушла. Пришла еще одна Нита и снова ушла. Как дела? Кто еще на меня? Давайте, попытайтесь. Рванитесь на меня. А эти боятся, слушайте. В прошлой каточке пацаны вообще меня не боялись. Здесь немножко побоягузней. Потому что смотри, как страшно. Выходит такой зверь. И просто один удар. Просто с заряженным скиллом нужно всего лишь один удар. Ой-ой-ой-ой, медведь это плохо. Выносим, замедляем. Медведя убиваем, медведь мешает. Пошли вон со своими медведями. Капец, просто атака медведей. Медведи очень мешают. Так, пробили. Нужно как-то медведя по пасту вынести. Главное, чтобы медведи не мешали. Так, убиваем Ниту, убиваем Шелли, убиваем и уходим. Уходим. Так, пробиваем. Так, и на отходе. Шелли, привет. Шелли выносим. Ниту выносим. Все, можно и постоять, да, немножко. Можно Ниту попытаться. Попали в Ниту, попали в Джесси. Так, Нита выходит. Замедление кинем. Попало? О, попало. Прощай, Нита. Так, уго, в Шелли попал. Снова дурацкий медведь напал. Так, давай, отстаньте, пожалуйста. Нет, минута 52, зажали. Тихо. Нита, пошла вон, Шелли. Так, отстаньте, 2 минуты 2 секунды, у меня 3000 хп. 3 секунды не прожил. Но стоп, меня очень сильно зажали, ребята. Все десятой силы, все с пассивками. Напоминаю, что я играю на 600 кубков. И все ребята, которые играют против меня, у них тоже по 600 кубасов. Снова закидываем 10 тикетов. Надеюсь, в этот раз я стану мегабойцом. 2 раза подряд стал, 3 не стал. Вот сейчас, надеюсь, будет. И мы играем против Леона. А вот это вот интересно. У нас есть 2 Шелли, у нас есть Джесси, у нас есть Рика. И у нас есть я, Био, которая будет сейчас этого Леончика просто-напросто стараться максимально замедлять. Так, смотри, он напал на нашего Рика. Хоп, что происходит? Он сейчас будет в инвизе бегать. Это да, Элеоны инвизы очень сильно любят. Так, смотри, что делаем. Мы сейчас бросаем вот туда штуку. Бросаем еще штуку, замедляем и уходим. Пытаемся уйти, не ушли. Где наши Шелли? Они, мне кажется, сдохли. Так, Леон ушел в инвиз. И мне кажется, он пойдет вниз. А, все, его уже нашли. Вынес он нашу Джесси. Шелли идут. Шелли, можете подождать меня, пожалуйста? Вот не спешите. Просто подождите. Я замедлю. Вы его нафигачите. И все будет красиво. О, снесли. Ой-ой-ой, снесли ящики. Обожаю, когда ребята сносят ящики, играя на Био. Так. Подожди, я не могу упасть по нему. Он очень шустрый. Уходит где-то вот здесь. Попал. Замедло. Прошло. Еще раз попал, и он тоже меня всадил. Минута осталась у нас, и осталось 40% хп. Ну, результат не самый топовый, но я думаю, что постараемся успеть убить его. Фух, да, Био, конечно, против мегабойцов реально очень приятно играть. Намного лучше, чем играть, я не знаю, да кем угодно. Слушайте, у него, конечно, замедления эти жесткие, прям очень сильно сейвят. Вернее, мешают именно мегабойцам жить, вот как сейчас. Просто прошло замедло. Вот сейчас я снова кидаю замедло, и он не может ничего сделать. Он пытается уйти, но, дружище, замедление на замедление, ты не срабатывает. И Шелли, и я. Но разнесли чувака в пух и прах. 600 кубасов, пофиг на тебя, реально. Еще
Теперь следующий заход. 127 кисов, я все-таки зайду в магазин и закуплю себе еще вот жетончиков немножко, тысяченочку. Остальные я получу из кейсов. Буду делать скоро открытие, открою все свои, примерно 150 кейсов. Я потому что хочу выбить пассивку себе вот на этого бравлера, ребят. Хочу выбить на бравлера под названием Бия и на бравлера под названием Макс. Это обе девочки, кстати. И снова 10 билетов и посмотрим, кто наконец-то я снова стал мега-бойцом. Вот это нормально, вот этого я долго ждал. Так, снова просто прячемся в кустике. Можно, конечно, в эти кустички по-быстренькому чисто занычковаться. Смотрите, выходит у нас вот этот молодой человек, и мы его щелкаем. Чисто вот так вот, стычки. Смотри, у нас идет Джесси. Хоп-хоп, все, минус Джесси. Была Джесси, не стала Джесси. Бросаем замедление и вот так вот убиваем одного. Убиваем Ниту, извините, пожалуйста. Убиваем Рика. Кто там Рика? Как дела? Кого попал? О, кого попал? Как говорится, в кого попал? Это вышибала называется игра. Реально, в кого попал, тот умер. Все, вот извини, я попал в тебя, ты как бы все уже, ты приехал. Попал в тебя. Ого. Нита единственная, кто выживает здесь. Это Нита. Вот, со второй пассивки, то есть со второго прокаста выживает только с удара Нита. Больше здесь никто, в принципе, не выдерживает такой мощи. Серьезно, это очень опасно, опасно, опасненько. Так, кидаем замедление, не попал ни в кого. Джесси минусуем. Так, Ниту мы тоже забираем, кстати. Ой, медведя пробил немножко. Так, нападаем на Пенни. Пенни забрали. Здесь Рика. Рика, здравствуйте. Еще один Рика. Кину тебе, наверное, замедление, Рик. Не бегай далеко. Как он так быстро... А, пассивка у Рика. Я понял. Да, я понял, что это за фишечка. Так, 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 так. Здесь у нас бежит Нита. Ниту мы, короче, встречаем. Быстренько разваливаем. Убиваем быстренько Пенни. Убиваем быстренько вот этих молодых ребят. Здесь у нас пробиваем... Ой-ой-ой-ой-ой. Опять бежит. Хочет бегать уже. Ой, как больно. Ой, как больно. Минута 26, кстати, было только что у меня. Так, кидаем замедление на Ниту. Уходим. Уходим вот сюда. Я, наверное, немножко побегаю, кстати. Так, Рика минусуем. Уходим вот сюда, в такие вот проходики. Так, вызвали медведя, пацаны. Так, ну, я убил Джесси. Так, я бросил уль. Так, пробил молодого человека. Пробиваем. Да никого не попал, минута 50. Мне нужно 2 минуты 08 секунд. Все, отстаньте от меня, пожалуйста. Дайте поиграть, дайте вот так вот. Все. Я побеждаю. Так, наконец-то убил эту дурацкого Рика. Так, здесь у нас Джесси. Джесси выносим. 2 минуты 04. Нееееее. Блин, ну реально сложно. Сложно играть за именно в роли мегабойца. Она именно убийца мегабойцов. Именно в роли мегабойца реально проблемно. Чуть-чуть не додержался, буквально 3 секунды не хватило, но, ребят, на этом я заканчиваю видосик. Надеюсь, вы все, ребята, все поддержите меня лайком. Поставите каждый лайкосик, кто посмотрел видосик и кто сейчас смотрит. Подпишитесь, колокольчик нажмете. С вами был, как всегда, Робзи. Хорошего настроения и всем покедова!